Приветствую всех подписчиков и гостей моего канала, с вами Лена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Мое видео носит только информационный характер. Друзья, скоро на предстарт станет проект. И в этом видео хочу поделиться с вами маркетинг-планом этого проекта. Это матричный проект будет. Значит, что он нам предлагает? Три взаимосвязанных тарифа с суммами входа 100, 250 и 500 рублей. Каждый тариф состоит из четырех бинарных семиместных столов. Все переходы и заполнение столов происходят автоматически. Создаются дополнительные места, клоны, которые можно расставлять вручную. Переливы и клоны, которые помогают зарабатывать пассивным участникам. После закрытия четвертого стола в каждом тарифе реинвест под куратора, а в тарифах 100 и 250 переход в более дорогие тарифы. Давайте рассмотрим тарифы. Стажер 100 рублей вход. Так, секундочку. Чистый доход составляет 2450 рублей. Далее 250 рублей вход. Чистый доход составляет 5850 рублей. И бизнесмен 500 рублей. Чистый доход 17700 рублей. И рассмотрим стажер за 100 рублей. Значит, это мы. Вы. К нам встают два человека, мы ничего не получаем. Далее к нам становится еще один человек, третий. И при заполнении первого места 100 рублей сразу идет на вывод. То есть мы возвращаем свои деньги. При заполнении второго, 1, 2, 3, место первое, второе, третье, переход в стажер номер 2 за 300 рублей. Итог. 100 рублей на вывод стажера за 100 рублей. Стажер номер 2 за 300 рублей. Это вы. Здесь мы ничего не получаем. Два человека к нам становится. С третьего человека при заполнении первого места 200 рублей. То есть два клона идут в стажер номер 1. 100 рублей у нас идет на вывод. При заполнении второго человека, второго места, 50 рублей куратору, 250 рублей на вывод. При заполнении третьего и четвертого места переход в стажер номер 3 за 600 рублей. Итог. 350 рублей на вывод, два клона в стажер номер 1, 50 рублей куратору. Стажер номер 3 за 600 рублей. Это все автопереходы, друзья, у нас идут. Это вы. С первого и второго мы ничего не получаем. С третьего человека, с первого места, при заполнении первого места, 300 рублей. Один клон идет в стажер номер 2. 300 рублей на вывод. При заполнении второго места 200 рублей. Два клона в стажер номер 1. 100 рублей куратору. 300 рублей на вывод. При заполнении третьего и четвертого места переход в стажер номер 4 за 1200 рублей. Итог. 600 рублей на вывод. Два клона в стажер номер 1. Один клон в стажер номер 2, 100 рублей куратору. Стажер номер 4 за 1200 рублей. Это вы. К нам становится два человека, два места. Мы ничего не получаем. Далее, при заполнении первого места 300 рублей, один клон, стажер номер 2. 900 рублей на вывод. При заполнении второго места 200 рублей, два клона
идут в стажер номер один, 200 рублей – куратору, 500 рублей – на вывод, 300 рублей – накопительный баланс на реинвест в стажер номер 4. При заполнении 3 и 4 места 1200 рублей – реинвест в стажер номер 4, 500 рублей – два клона в менеджер номер 1 и 1000 рублей – два клона в бизнесмен номер 1. Далее идет тариф за 250 рублей. Все то же самое, только как бы вход другой. А также все это все то же самое, друзья. Ссылочку на маркетинг я оставлю в описании под видео. Как только ссылочка будет у меня, в первую очередь появится у меня в моем новостном чате. Все ссылочки будут в описании под видео. Кому интересно, присоединяемся. Ну, неинтересно, друзья, проходим мимо. Я, конечно, не могла пройти мимо такого интересного проекта. Я думаю, многие присоединятся. Ну, в принципе, на этом все. Добавляйтесь в чат. Ссылочку в первую очередь, как я уже сказала, будет у меня в новостном чате. Всем удачи, больших заработков. До новых встреч!